Здравствуйте, вы на канале Мегасила, с вами Владимир. И сегодня у нас в обзоре такая добавка, как Must-Up от компании ActiveLab. Инструкция есть на русском. Пищевая добавка, порошок для приготовления напитков. Must-Up является продуктом, рекомендованным для наращивания мышечной массы. Содержит концентрат белков, молочной сыворотки, оптимальной композиции сложных и простых углеводов, также креатин и таурин. Значит, вот такая вот упаковочка, здесь 5 килограмм, здесь есть мерная ложка внутри, я ее нащупал. Значит, углеводов у нас на 100 грамм 87 грамм, протеина у нас 10 грамм, 2 грамма креатина и 2 грамма таурина. Это хороший высокоуглеводный гейнер. Значит, принимать его нужно будет порция типа 4 мерных ложки 100 грамм, разводить на 200 мл воды или молока. И принимать по одной или два раза в день, желательно между приемом пищи или после физической нагрузки. Значит, я бы сказал, гейнер с энергетиком. Отличный такой гейнер, вроде такая упаковка. Значит, компания ActiveLab — это польский бренд. С производствами у нас вопрос, еще неизвестно, где она производится. Написано: лаборатория тесты, допинг-фри. А какая стандартизация производства, никто не знает. Но мы надеемся, что поляки уже потихоньку повышают качество своего производства. Это не только какому-то скафелям с тараканами. Я думаю, они уже немножко лучше выпускают на старом заводе от компании Олимплаб, который Олимплаб оставил в Польше. В Польше только один завод. Компания Олимп, одна упаковочная линия стоит 11 миллионов евро. Я думаю, компания ActiveLab не сможет себе такое позволить, поэтому где-то она заказы, где-то производит. По цене это более дешевый продукт, если сравнивать с популярным таким продуктом, как компания Optimum Nutrition, американский бренд, их знаменитый Sirius Mass. Компания ActiveLab будет в два раза дешевле. Значит, что я хотел сказать, между ними разница. Вот здесь идут 5,45, ну 5,44 килограмма, здесь 5 килограмм. Здесь есть и витамины, и минералы в Sirius Mass. Порция, конечно, 334 грамма в сутки. Они тут не пишут порцию именно в сутки. Скажем так, по качеству от этого Sirius Mass люди набирают массу, то есть можно поднять 3-4 килограмма, он хорошо усваивается, хороший состав белка. Компания Optimum — это американский бренд с собственными производствами в Америке, и есть один старый завод в Европе. Все передовые заводы, 4 завода, стоят именно в Америке, получается, и производят такие легендарные продукты, как Sirius Mass, Gold Standard. Поэтому по компании Optimum мы стараемся брать только американскую продукцию, потому что здесь отличное качество, GMP стандарт. Здесь нет стандартизации, неизвестно, где производится продукция. Значит, компания ActiveLab — это польский бренд, от производства только у них название. Я думаю, либо они заказывают где-то производство свое. Ну, то есть, и будьте внимательны, в этом составе нет, есть креатин, но нет таурина. Таурин — это энергетик. То есть он, конечно, будет хорошо, лучше его принимать, наверное, перед тренировкой в виде изотоника, потому что в нем хороший состав углеводов и креатин с таурином. В принципе, после тренировки, не знаю, будьте внимательны, особенно перед сном его нельзя принимать, потому что вы не сможете уснуть. Sirius Mass отличается отличным качеством, хорошим усваиванием. По Must-Up в основном отзывы очень такие интересные были, что пропиваем 5 килограмм, эффект 0. Ну, может быть, килограммчик 2 налилось от креатина, но потом это все проходит. Так что думайте сами, осознавайте сами. Я понимаю, что иногда продукция ActiveLab 2 раза дешевле, или польские вот эти новые бренды, они всегда дешевле. Но если вы хотите результат, хотите качество, выбирайте всегда проверенное качество. Оно, конечно, стоит недорого, но оно стоит этих денег. Это обычно, я вам говорю, не мы, это не продукция дорогая, просто иногда мы нищие, что не можем себе позволить такие классные, качественные себе продукты. Если у вас появились вопросы, пишите нам под видео, я вам отвечу. Вы были на канале Мегасила, с вами был Владимир, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до свидания.